И начали снова. Я не жду... Нет, конечно, эти выборы будут другие, но я бы сказал, они будут другие совсем в ином смысле. Я полагаю, что просто очень мало народу примет в них участие, потому что, собственно, и «Единая Россия», и оппозиция достаточно сильно себя дискредитировали в глазах населения. Причем, ну, если «Единая Россия» там для этого потребовалось много времени, то оппозиция, в общем, это сделала за очень короткий срок. Будет маленькая явка. Я думаю, что, конечно, в целом победит «Единая Россия», потому что придут голосовать именно те, кто всегда и кто сильно зависит от власти, и кто все время голосует за «Единую Россию». Хотя, конечно, в отдельных регионах это все зависит от того, кого, скажем, оппозиция выдвинет. Если будут выдвинуты яркие где-то фигуры, то локальные успехи у нее возможны. Но в целом, я вот, еще раз, будет низкая явка на этих выборах, но, скорее всего, «Единая Россия» опять победит на низкой явке. Ну и оппозиционеров может ждать какой-то успех, но это... Не потому, что они оппозиционеры, а потому, что там есть яркие личности.